Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение, уважаемые телезрители. Мы продолжаем раскрывать мудрость мусульманской религии в программе «Размышления о вере. Путь к исламу». Позволяет ли религиозное правило размышлять над тем, что ниспослано самим Всевышним? Об этом спросим имама казанской мечети Анилляр Рамиля Хазрата Гиззатуллина. Ассаляму алейкум, уважаемый Рамиль Хазрат. Ва алейкум ассалям ва рахматуллах. Хазрат, в чем достоинство размышления? Разум – это инструмент, который дарован Создателем человеку, посредством которого он мыслит, размышляет, созерцает, анализирует, обобщает и различает. Посредством разума человек познает Аллаха, как Создателя, а также познает те цели и задачи, которые от него он потребовал. Коран очень часто уделяет внимание разуму, размышлению, созерцанию, призывает людей быть из числа тех, которые действительно обладают разумом, и применять его на практике. Не секрет то, что одна седьмая часть Корана – это приблизительно 1000 аятов, они связаны с разумом и с размышлениями. Дело в том, что разум – это одна из основ религии, но из-за того, что разум у людей, они не в одном уровне находятся, человеческие ценности – культурные понятия, понятия добра и зла, они различаются от человека к человеку, поэтому ниспослано Священное Писание, олицетворенное в аятах Корана, а также в изречениях нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которые показывают разуму истинный путь. Если посмотреть на отрывки Корана, очень часто встречаются такие места, в которых приводятся какие-то истории или какие-то повести, после которых встречаются следующие слова: «Афаля татафаккарун» – «Разве они не поразмышляют?» «Афаля таакилун» – «Разве они не задумываются?» «Инна фидалика ля аяты ликом ятафаккарун» – «Поистине в этом есть знамение для тех, кто обладает разумом». Поистине данные слова данной отрывки, они указывают на высочайший статус разума в Коране и в общем в исламе. Разум, его статус, его достоинство можно извлечь из повествования нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. В одном из таких изречений наш пророк Мухаммад сказал: «Ни одно из поклонений не находится на таком высочайшем уровне, как размышление. Путем размышлений человек приближается к нашему Создателю. Так думайте же, так размышляйте же о мирских благах, о тех благах, о тех дарах, которые вам даровал Аллах Тааля, но не размышляйте о его сути, о его сущности, потому, поскольку вы, если бы даже размышляли о нем, вы бы никогда его не представили бы, потому что Аллах Тааля в наш разум, в наш головной мозг не поставил ту картинку, то представление о нем. Если мы представляем его всякий раз, то Аллах Тааля будет противоречить этому представлению. Также из достоинств размышления один из праведников Аль-Хатим Аль-Асам сказал: «Знание получается благодаря назиданию и наставлению. Любовь можно получить посредством поминания Аллаха Тааля, а страх же перед Аллахом, перед Его мощью, перед Его силой можно достичь путем размышления». Один из праведников Луқман Аль-Хаким сказал: «Он часто уединялся, был отшельником, оставлял людей. Люди спросили его: почему же ты нас оставляешь? Если бы ты был рядом с нами и давал нам благие, хорошие наставления, мы бы извлекли из этого пользу». На что он ответил: «Путем уединения я много размышляю, а размышление – это путь к раю». Можем мы сказать то, что путем размышления человек получает знания, информацию, опыт, который устраивается, помещается в сердце человека и его меняет его состояние. А если его состояние изменяется, то изменяется в общем человеческий организм. И не зря сказано то, что сердце – это правитель нашего человеческого тела. И если оно изменится к лучшему, то и весь человеческий организм изменится к лучшему. А если изменится к худшему, то и все тело, все наши поступки изменятся к худшему.
Джазакум Аллах хайр. Благодарю вас, Рамиль Хазрат. Спасибо за содержательную беседу. Ассаляму алейкум.